Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ICM, модель под номером 35484, советский легковой автомобиль Москвич 401-420А. Что вообще это обозначает у нас 401-420? Это у нас идет обозначение первое 401 номер двигателя, 420 это обозначение идет номера кузова. Данная модель у нас можно выполнить в виде закрытым исполнения, то есть с крышей. Также можно в виде кабриолета, что очень интересно в данной модификации. Думаю, именно в ней я и соберу данный автомобиль. В наборе нас ждет 5 литников, 4 из них серого цвета, 1 литник из прозрачного пластика. Еще у нас один такой маленький литник, это литник у нас резина. Резина хорошего литья, высокого качества, поэтому проблем с ней точно не возникнет. Также хочу обратить внимание на пластик компании Siemens, тоже очень хорошего качества. Давно уже собираю данную модель и очень доволен качеством пластика и качеством отливок. Отливки у компании ICM тоже очень высокого качества. Стыкуемость деталей тоже на высоте, очень понравилось. По Москвичу уже давно, уже много сборок есть и только пока положительные отзывы. Хотел бы обратить внимание на прозрачный пластик, он очень также высокого качества, поэтому при сборке с закрытой крышей уделите особое внимание внутренним частям элементов автомобиля, потому что после сборки будет все видно через остекление. Про качество литья я уже сказал, то есть оно высокое, даже на мелких-мелких деталях каких-либо дефектов не обнаружено. Всем спасибо, приятного просмотра!